когда я жил в детском доме, многие ребята сталкивались с разными проблемами. Например, можно рассказать некоторые проблемы. Вот когда воспитатель приходит к нам, даже она не дарит свою любовь детьми. И много чего она нам не учит, например, не готовит к взрослой жизни. Даже ребенок, когда после детского дома, он не знает, куда пойти, куда попасть. Я поступил со своими силами в Астану, Евразийский национальный университет. И вот когда я выписался, мне дали всего лишь 4000 тенге. Куда их девать? Только на билет. А остальное как? Почему нам воспитатели вместо любви вызывают страха и ненависть к этому миру? В Казахстане тысячи детей, которые воспитываются в детских домах. И я бы хотел, каждый из них нашел свой путь и поступил на хорошую учебу. Я хочу пожелать своим братишкам и сестренкам, которые сейчас находятся в детских домах, чтобы государство помогало таким детям.